Таджичка обратилась к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Жительница Турсунзаде просит у президента Эмомали Рахмона помощи в пересмотре дела ее сына и содействовать в его выходе на свободу. Сын Сорока, 9-летний Хасиет Мардоновой, в 2019 году был приговорен к 10 годам колонии за разбой. Мардонова считает приговор слишком суровым для человека, впервые переступившего закон, а также являющегося главным помощником матери-инвалида. В решении суда говорится о том, что вина 24-летнего Азамата Мардонова была полностью доказана в суде. Хасиет Мардонова с рождения лишена обеих ног, у нее первая группа инвалидности. По ее словам, дело, по которому осудили сына на длительный срок, касается скандала с неким мужчиной в событиях двухгодичной давности. В защиту сына Мардонова говорит, что после окончания школы он добровольно пошел служить в армию, а после ездил на заработки в Россию. А когда сына привлекли к ответственности, он сдался органам правосудия по собственной воле. По ее словам, с момента скандала сына с мужчиной прошло 2 года. По прошествии года после той истории к нам никто не приходил и ничего не спрашивал. Когда сын отправился в Турцию на заработки, пришли домой милиционеры и сказали, что ваш сын совершил преступление и должен быть арестован. По ее словам, как только сын вернулся из Турции, она лично сдала его в руки правосудия. Мардонова говорит, она была уверена, что власти примут во внимание ее тяжелое положение, инвалидность и рассмотрят дело по справедливости. Меня многие потом упрекали в том, что я лично отдала сына под суд. Я верила в справедливость суда. Я подумала, что они примут во внимание мое положение. Мой сын тоже во время ареста ничего не сказал. Если бы он был виноват, сбежал или бы не вернулся с поездки. Но он вернулся и послушался меня. С другой стороны, если парень чистосердечно признался, не сбежал, он впервые пошел на преступление, неужели все это суд не мог учесть при принятии решения? Мардонова говорит, сумма ущерба, оцененного судом, составила 730 самани, она же выплатила пострадавшему 1600 самани. В ответ тот якобы дал расписку в том, что не имеет больше никаких претензий. Однако, по словам женщины, суд вынес другое и очень суровое решение. В решении суда, с копией которого ознакомились и журналисты радио «Азоди», сказано, что Азамат Мардонов полностью признался в содеянном, и его вина также была доказана во время судебных слушаний. По словам Мардоновой, амнистия 2019 года сократила срок заключения сына, тем не менее ему предстоят долгие 7 лет колонии, в то время как она остро нуждается в его помощи. Попытки Мардоновой пересмотреть решение суда до сих пор не дали результатов. В письме Генпрокуратуры Таджикистана на имя Мардоновой решение суда названо соответствующим содеянному преступлению. Хасиет Мардонова зарабатывает шитьем, второй сын Азизбек учится в 10 классе средней школы. Муж оставил ее и детей после 25 лет совместной жизни. И по словам женщины, старшим мужчиной в семье стал Азамат. «Я очень нуждаюсь в сыне, в его помощи, прошу освободить его. Прошу президента помиловать его», — говорит она. Женщина уверена, что нахождение сына за решеткой лишь усугубит положение, но никак не перевоспитает его. Как я поняла, это статьи... Тавриман фахмидам, ин мода барой онхоиски дар джангхой гурухи, ки бо исфода аз ярока статбих мешават. Яне вахти ба хонахой касе даромада, онхоро мезанат ва молу мулкашонро тасаруф мекарданд. Аммо инхо чизе надоштанд. Дар парванда ин чизо хаст, ки дар куча бахсе шуд ва джабр дида, дар додго хам гуф, ки хеч давой надорад. Ну почему 10 лет? Ба нақли модар, Азамат, писари 24 солаи у, 2 соли пеш бо гумони роҳзанӣ ва тасарруфи маблағҳои як мард аз сӯи мақомот дар ҷустуҷӯ қарор гирифт. Азамат бехабар аз ин барои кор ба Русия рафт. Пас аз бозгашти ӯ, модар бо умеди он ки мақомот вазъи зиндагии ӯро ҳамчун як модари танҳо ба инобат мегиранд, писарашро бо дастони худаш ба мақомот супорд. Баъди ин корам чандин маротиба маро таъна карданд, ки чаро ту бо дасти худат писаратро ба мақомот супоридӣ. Ман ба адолати додгоҳӣ бовар доштам. Фикр мекардам, ки вазъияти маро дарк мекунанд. Писарам ҳам замони дастгир шудан чизе нагуфт. Агар гуноҳ медошт, ҳатман ки мегурехт ё намеомад. Аммо вай худаш омад, маро гӯш кард. О мегуяд, талошҳояш барои одилона баррасӣ шудани парвандаи писараш бенатиҷа буд. Ба як муроҷиати ӯ, дар додситони кулли Тоҷикистон гуфтанд, ҳукми додгоҳ қонунӣ аст. Хосият Мардонова, сокини 49 солаи шаҳри Турсунзода, ки маъюби гурӯҳи якум аст, мегӯяд баъд аз 25 соли зиндагии якҷоя, шавҳар аз ӯ рӯй гардонд ва тарбияи ду писар ба душаш афтод.
скоро будет зима. Баразики сарди хо оғоз мешаванд. Ман ба берун баромадан наметавонам. Харид, пули зист, ба хама писарам кумак мекард. Ман ба у хеле ниёз дорам ва мехоҳам ки ӯро озод кунанд. Аз раис ҷумҳур талаб дорам ки ӯро бубахшанд ва озод кунанд, то ин ки ӯ ба ман кумак кунад. Модар мегӯяд зиндон писари ҷавонашро ҳеҷ гоҳ ислоҳ намекунад ва баръакс ӯро ба як шахси нолозим барои ҷомеа табдил медиҳад. Он служил у меня в армии добровольцем. Писарам ихтиёрӣ ба артиш рафта хизмат карда буд. Футбол бози нағз буд. Аз баски маблағ надоштам, натавонистам ки дар ин самт кумакаш кунам. Маҳбас ӯро тарбият намекунад, балки таъсири манфӣ мерасонад. Вай бовариашро ба адолат аз даст медиҳад. Метавонад ки одами бад шавад. Вай бисёр одами меҳрубон аст. Он у меня очень добрый. Хосият Мардонова мегӯяд, аз касе кӯмаки молӣ талаб надорад, чун бо вуҷуди маъюбиаш ҳунари хуби дӯзандагӣ дорад ва зиндагиро аз ин роҳ пеш мебарад. Аммо метарсад, ки замони пирӣ танҳо мемонад. Танҳо як чӣ мехоҳам, ки ӯро озод кунанд, кор кунад, ман оиладораш кунам, ҳамсараш ба ман кӯмак кунад. Ин модар умед дорад муроҷиат